После того, как Владимир Путин развязал колониальную войну против Украины, он запустил необратимые процессы по деколонизации внутри самой Российской Федерации. Нет войны! Нет войны! Многие граждане РФ не хотят ассоциировать себя с преступлениями путинской армии. Национальные республики и целые регионы начали задумываться о своей независимости от Москвы. Петербург должен обрести полноценную независимость, стать небольшим компактным европейским государством. Для многих может стать сюрпризом, но Петербург и Ленинградская область раньше были независимым государством, которое называлось Ингерманландия или Ингрия. Ингрия будет свободной. Ингрия – это имя исторической территории. Наши сердца греет именно это имя для будущей независимой еще одной республики вокруг Балтийского моря. Территория, которую мы рассчитываем через некоторое время назвать свободной Ингрией, лежит в границах Ленинградской области. Мы призываем людей шире мыслить и смотреть на историю своего места жительства не на 320 лет назад, а на там 700 лет назад. Основная часть населения еще вот до Петровского завоевания, да, Ингерманландии, она была финноязычная. Вепсы, ижора, карелы, которые проживали еще тысячу лет назад, да, на этих территориях. Позже вместе с ними мирно существовали ингерманландские финны. Но в результате московской колонизации все эти народы были практически полностью истреблены. Каток кровавых репрессий, расстрелов, он самым драматическим образом отразился как раз-таки на коренных народах Ингрии. Разумеется, этнический элемент, он практически полностью сошел на нет. Сегодня же ингерманландцами себя идентифицируют скорее не по этническому, а по региональному признаку. Особенно те, кто выступают за независимость от Москвы. Таким образом, они делают отсылку к временам, когда Ингрия была независимой республикой. Имела свой флаг, герб, армию и даже почтовые марки. Но об этом немного позже. Ингерманландия – типичный пример, так сказать, региона, где есть большой, очень большой город. Да? Там некоторые говорят, что в Петербурге сейчас уже 10 миллионов жителей. Европейский город со своей особой идентичностью. Но это изначально был европейский город, правильно расчерченный, в котором всегда было много европейцев. Вот эта идентичность, она питерская. Она, конечно, отличается от московской. Всегда отличалась. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Вот эта идентичность, эта обособленность, она была всегда. В первую очередь, наверное, культурная. Разве до начала специальной военной операции на наши города российские падали бомбы? До этого не было с 1944 года. Свою идентичность, отличную от московитов, петербуржцы и сторонники движения «Свободная Ингрия» продемонстрировали и после 24 февраля 2022 года. Антивоенные протесты, конечно же, были, но не массовые. Слово «русский» теперь будет синонимом слова «каин». Вы понимаете это? Вы понимаете, что слово «россиянин» теперь будет синонимом слова «гнойный»? Акции были, и акции были буквально в день объявления войны, и последовало две или три, но, сказать, не надо питать иллюзии. Во-первых, они были жесточайшим образом разогнаны. Петербург – это один из интеллектуальных центров России, и, собственно говоря, и область тоже. Процент людей, относящихся крайне нетерпимо к авантюре, развязанной Путиным, в нашем регионе составляет около 20-25%. Подавляющее большинство граждан так или иначе находили в состоянии полурабов, крепостного рабства. Эта психология, этот менталитет, к несчастью, никуда не делся. Они сейчас все оболванены пропагандой на уровне гитлеровской Германии. Несмотря на угрозы арестов, новая волна протестов вспыхнула в Санкт-Петербурге после объявления Путиным частичной мобилизации. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит с 7:30 утра. Режим, в общем-то, борется за свое выживание. И понятно, что он московский. Несмотря на то, что, так сказать, Путин и его друзья выходцы из Петербурга, они, конечно, других совершенно взглядов люди. В
Война, развязанная Путиным против Украины, и как следствие мобилизация в России стали триггерами, которые с новой силой пробудили национально-освободительные движения. И если раньше идеи о независимости некоторых субъектов Российской Федерации воспринимались как нечто фантастическое, то сейчас все больше колонизированных регионов заявляют о своем желании отделиться от Москвы. Нынешняя так называемая Российская Федерация, никакая не федерация, а самое что ни на есть империя, значительные территории, которые были присоединены к метрополии, к Москве. Когда-то значительная часть Ингрии находилась под контролем Новгородской республики, Вечевой. В конце 15 века, после ее военного поражения в Москве и московской оккупации, она оказалась в составе московского государства. Республика была завоевана кровавым образом московитами, подчинена, превращена в колонию при Иване Грозном. Там была устроена жуткая резня. После смутного времени, после заключения Столбовского мира, это вот начало 17 века, был совершенно официальный договор, по которому все территории исторической Ингрии, они вошли в состав Швеции. Московский царь все это подписал и признал. Это было уже время полноценной ингерманландской государственности, хотя и находившейся под шведской короной. В период между Ливонской и Северными войнами это был расцвет Ингрии. Следствием этого стало строительство города Ниен. Традиции обучения истории там еще сталинской считается, что типа Петербург построен на пустом месте. Это неправда. У нас есть более древняя история, чем 320-летний Петербург. Как бы. Наша история простирается гораздо дальше, то есть там был Ниеншанс, до Ниеншанса была Новгородская крепость. Для укрепления Московии как империи Петру Первому нужен был выход к Балтийскому морю. В 1700 году он развязывает очередную колониальную войну, известную в истории как Северная война. Чего Петр Первый семилетнюю войну учинил? Ну что он со шведами там 7 лет воевал? Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Да, это Северная война, конечно, спасибо. В ходе Северной войны, которая продолжалась больше 20 лет, эти территории были завоеваны, вошли вот в состав Российской империи принудительно. Еще раз повторимся, завоеванным, это была война. Во время распада Российской империи Ингрия заявляет о своем праве на самоопределение и независимость. Что такое Ингрия, Ингерманландия? Это, в общем, регион, в середине которого находится Петроград, Санкт-Петербург, Ленинград. Вот. Где, значит, вся, в общем-то, эта российская революция произошла. Захватив власть, коммунисты объявляют мобилизацию ингерманландского населения в Красную армию. В ответ Ингрия поднимается на антибольшевистское восстание. Это эпизод, который в советских учебниках не упоминался. В начале 18 года северо-ингерманландский полк под командованием царского офицера Георгия Эльвенгрена, они сумели захватить плацдарм и территорию порядка 20 квадратных километров. 9 июля 1919 года ингерманландцы провозгласили независимость республики Северная Ингрия, а для защиты молодой державы были сформированы вооруженные силы. Независимость была явлено на сравнительно небольшой территории. Это государство называлось Северная Ингрия. Там же существовал и флаг, и гимн, которые мне лично очень симпатичны. Это действительно была, в принципе, национальная республика. Маленькая, но гордая республика Северная Ингрия держала круговую оборону против белых и красных российских войск 2 года, но в результате сговора была сдана коммунистам. Предательство со стороны Финляндии, потому что большевики ей пообещали независимость, предоставили независимость, и в обмен на свою независимость Финляндия подписала с РСФСР Тартусский мирный договор, по которому отказала в любой поддержке ингерманландским полкам. Большевики взяли под контроль Санкт-Петербург и всю территорию Ингрии. Могла бы родиться еще одна Балтийская республика, такая же, как Эстония, Латвия, Литва, могла в тот момент появиться. После оккупации Ингрии коммунисты проводят жестокие репрессии, жертвами которых в первую очередь становится коренное население. Проходил так называемый ленинградский террор. Сталина была совершенно лютая, малообъяснимая и рациональная ненависть к Ленинграду. В лучшем случае депортации, выселение, а в худшем случае расстрел. И вот как раз-таки именно при Сталине была зачищена
Ленинградской области. Однако после смерти Сталина последовала хрущевская оттепель. В Ленинград стремилась интеллигенция из Новгорода, Пскова, из Карелии, из Москвы, из Урала. И вот за эти годы сформировалась такая ленинградская комьюнити, вот этот интеллигентский советский Ленинград. Это в начале 90-х, когда, в общем-то, произошел распад Советского Союза, и демократические и в том числе национальные движения были довольно сильны. Уже в 93-м году в Санкт-Петербурге прошел опрос-референдум о придании Санкт-Петербургу статуса республики в составе Российской Федерации. 76% голосовавших проголосовали за придание Санкт-Петербургу статуса республики. Этот референдум, он вызвал дичайшее раздражение в Москве. Референдум приказано было замолчать, его результаты положили под ковер и благополучно о нем забыли. А дальше случился 2000 год, президент Путин, и 2001 год, когда одним из первых законов Владимира Путина был закон о запрете региональных политических партий. И по Петербургу это ударило очень сильно. В это же время в Санкт-Петербурге зарождается и активно развивается движение «Свободная Ингрия». Появилось молодое движение «Свободная Ингрия» с красивой романтической историософией, которая очень привлекла молодежь. Молодежь, которая не боялась выйти на улицы. В 2014 году, когда началась оккупация Донбасса и Крыма, вот последняя свободная публичная уличная акция, которую нам удалось провести, она прошла 1 мая 2014 года, когда ливанская колонна с флагами шла по Невскому проспекту и скандировала «Слава Украине, героям слава!» при одобрении, значит, там смотрящих вокруг людей, там хлопающих, подбадривающих. И если раньше ингерманландские активисты в большинстве своем выступали за расширение автономии региона, то после полномасштабного вторжения России в Украину большинство выступает за провозглашение независимости Ингерманландии. Вопрос независимости Ингрии лежит в контексте большого количества подобных вопросов, и он ничуть не менее важен и ничуть не более важен, чем вопрос независимости, например, Татарстана, независимости Башкирии, других национальных государств или каких-то региональных объединений. Для нашего региона было бы благом объединение города и области в единую республику под историческим наименованием Ингрия, она же Ингерманландия. Империя эта, да, российская, она должна в конце концов закончиться. Ну, смотрите, это последняя империя фактически, уж на европейском континенте точно. Вот, хватит уже давно. Я не вижу ни одной причины, по которой нам нужен федеральный центр. Как хорошо развиваются страны, которые, значит, приобрели независимость от Варшавского блока или от Советского Союза. Фактически мы содержим режим, содержим его на свои налоги, а этот режим на свои налоги развязал братоубийственную войну и обязательно за это ответит. Обязательно. История имеет свойство повторяться. 100 лет назад ингерманландский полк воевал за свободу Ингрии, будучи в составе вооруженных сил Эстонии. Сегодня в составе Интернационального легиона вооруженных сил Украины добровольцы из Ингрии также формируют свое военизированное подразделение для борьбы против Российской Федерации, а фактически против колониальной империи. Стало понятно, что надо сделать что-то кардинальное. А кардинальное на войне решает оружие. Не имея в своем распоряжении силового крыла, мы не сможем отстоять свои претензии на власть или на независимость своего региона. Цель наша проста – сформировать сначала минимальную боевую единицу, взвод. Далее мы надеемся, что он станет батальоном. Сегодня не секрет, что политическим весом обладают слова или действия только тех организаций, за плечами которых стоят люди, готовые жертвовать жизнью за свои идеи. Далее мы рассчитываем, что если военные действия перекинутся на территорию Российской Федерации, то мы примем участие в боевых действиях на территории Российской Федерации. Эта империя обречена. Она была бы и так обречена на распад. Но теперь просто нет смысла ждать, пока это произойдет эволюционным путем. Сейчас уже это происходит военно. То есть это только начало. Если полгода назад они все сидели и ждали, когда Украина сделает за них эту работу, то тут благодаря Пригожину, который показал путь к обретению независимости, который показал слабость центральной власти. Мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Легко, оказывается, можно вот сравнительно небольшому вооруженному формированию с танками идти на Москву, не встречая препятствий, преодолевая сотни километров в день.
А потом, вся эта империя распалась. Есть единственный путь к обретению своей независимости. И то, что они начали брать в руки оружие и ружье, это только начало. То есть, скорее всего, за ними подтянутся и дальше. И не только вот мы в Ингрии желаем обретения независимости, но, конечно же, и множество других территорий. Также представители движения «Свободная Ингрия» – постоянные участники форума свободных народов пост-России, целью которого является деколонизация России. Петербургская локальная идентичность, она сформировалась давно. И протестные настроения, антицентралистские, антимосковские, они существовали и существуют. В августе 2023 года в парламенте Японии состоялся очередной форум свободных народов пост-России. Токио гораздо быстрее понимает и очень органичнее и яснее понимает о том, что этой Российской империи не должно существовать вообще в принципе. Нынешняя война приведет один них, пусть и России. Скорее всего, на них это влияет непосредственно и так называемый вопрос северных территорий. Это отобранные вне всяких соглашений Курильские острова. Перспективнее это формирование будущих союзов Токио с будущими дальневосточными республиками. Это Владивосток, это Хабаровск, это Якутия, это Сахалин и другими регионами. Мы убеждены, что Российская Федерация в ее сегодняшнем имперском устройстве существовать не может. Ее распад неизбежен. Надо очень четко договариваться, там будет все между собой, что мы не трогаем административные границы. Единственный способ – это договариваться. В нашем случае начерчены на карте около 80 субъектов федерации, да, кто-то в виде республик, кто-то в виде областей или автономий. Надо смириться с этими границами и дальше шагать в цивилизованный мир. Чем ближе регион к европейской границе, чем ближе к ЕС, тем больше желающих независимости, тем больше же людей, понимающих, что все-таки их экономическое процветание, их свобода кроется в тех правилах, которых есть в Европейском Союзе. В Санкт-Петербурге, в регионе, гораздо больше шансов быстрее шагнуть в Западную Европу по разным объективным причинам, потому что это и есть Европа. Ингрия станет свободной, это только вопрос времени. Отбросьте вы эту пропаганду, не верьте ей. Думайте своими мозгами. И тогда есть надежда, что в нашем с вами поколении мы вернемся домой в Европу, и наши дети и внуки никогда не больше не увидят того кошмара, который видим. Я бы хотел обратиться ко всем людям, которые понимают всю чудовищность создавшегося положения, понимают необходимость борьбы, явной или подспудной, боевой или партизанской. Таких людей на территории Российской Федерации много. Это люди различных национальностей, различных вероисповеданий. Такие люди есть. Давайте вспомним нашу славную германландскую, ленинградскую, петербургскую историю. Не сдавайтесь. Стремитесь к свободе. Не сдавайтесь. Никогда. Никогда не сдавайтесь. Мы обязательно добьемся своих целей. Петербург и Ингрия обязательно будут свободны.